Всем привет! Скажите, слышно меня, не слышно меня? Напишите в чатике. Кто-нибудь меня слышит? Замечательно, слышно, значит. Итак, здравствуйте, меня зовут Шляктова Наталья. Раз вы пришли на этот вебинар или смотрите запись, то наверняка находитесь в поисках работы или подработки. Сейчас найти высокооплачиваемую работу непросто, поэтому я предлагаю вам возможность нашего проекта и принять правильное решение после вебинара или просмотра ролика. Сейчас интернет плотно вошел в нашу жизнь, и тот, кто это понимает, он использует его возможности, которые поистине неограничены. Я думаю, вам уже знакомо такое понятие, как интернет-магазин, и вы уже, скорее всего, пользовались услугами таких магазинов. Так вот. Я использую интернет и развиваю свой собственный интернет-магазин с довольно широким спектром востребованных товаров, большая часть из которых – это средства личной гигиены, такие как шампунь, гель для душа, зубная паста и прочее, косметическая продукция для женщин, мужчин и детей, также продукция для здоровья, аксессуары, бижутерия и многое другое. И верно, что вы согласитесь со мной, что все люди утром умываются, чистят зубы, принимают душ, то используется гигиена. И делают это ежедневно. И эти товары пользуются спросом. Их не нужно ходить продавать кому-то, навязывать. Их и так покупают все. Это первый момент. Второе, за счет того, что мы берем продукты напрямую со склада производителя, его цена значительно ниже, чем на аналогичном продукте на прилавках магазина. Я думаю, вы заметили, как время растут ценники в магазинах, и никому не известно, сколько это еще продлится. То есть реальность такова, что в магазинах все дорожает, а доход у людей остается на прежнем уровне, либо снижается. Это не может не наталкивать людей на мысль об экономии своих собственных средств или о том, как заработать денег больше. Какая-то, приобретая в своем собственном интернет-магазине с большими клетками, это отличный вариант сэкономить. Почему еще мы не занимаемся такими вопросами, как аренда помещений, нам не нужны наемные работники, такие как кассиры, уборщицы, продавцы. То есть нас не заботит хранение и транспортировка товара. Всем этим занимается компания-производитель. Третий момент. Вы уверены, что все, что вы покупаете в супермаркетах, это товары высшего качества. В нашем случае мы имеем дело с известной компанией-гигантом, у которой 5 собственных заводов в разных странах, и в том числе и в России, и в России. Вся продукция сертифицирована. И чтобы продукт хорошо покупали, компания просто не может рисковать ее качеством и тщательно за этим следит. Учитывая все вышеперечисленное, факт, что наш бизнес развивается очень стремительно, и у нас огромные товарообороты. И не только в России и Беларуси, но и в странах СНГ проблем с потреблением у нас нет. В данный момент нам интересны менеджеры с лидерскими качествами, которыми могут управлять филиалами в нашей компании по всей стране и странах СНГ. Поэтому, если вы желаете себя попробовать в этой роли, умеете пользоваться компьютером, у вас есть доступ к интернету, вы готовы обучаться, у вас есть от 2 до 6 часов свободного времени ежедневно и большой потенциал, и у вас хотя бы из перечисленных на экране пунктов хотя бы 4 пункта совпадают, то вы справитесь с этой работой при вашем желании. Если не забудьте обратиться к человеку, который дал вам этот ролик, сообщите о своем решении после просмотра вебинара либо записи. Итак, пойдем дальше. В чем, собственно, будет заключаться ваша работа? Первое. Мы готовим профессионалов. Сфера деятельности для вас будет новая, поэтому вам важно будет обучаться. Обучение у нас бесплатное, проходит в онлайн-режиме, посредством вебинаров, обучающего сайта с пошаговой инструкцией и, конечно же, личного общения с вашим куратором. Второе. Так как у вас теперь свой интернет-магазин, и вы хотите получать прибыль, то логично, что главной вашей задачей будет его раскрутить. Чтобы раскрутить его быстро, нужно дать многочисленные рекламы. Так как у вас теперь есть свой интернет-магазин, нелогично покупать товары у конкурентов. Это чуть позже разберем. Почему я говорю свой интернет-магазин? Давайте поясню. Филиалы нашей компании есть по всей стране. И у нас есть партнеры в Украине, в России, в Казахстане, Молдове и многих других странах.
Сама компания-производитель шведская. И на такой международный масштаб просто невозможно трудоустроить людей по схеме работодатель-наемный работник. Также, как же организовала все наша компания? Есть официальный сайт, в котором вы проходите регистрацию. Ваши данные фиксируются в базе компании. И на ваше имя открывается филиал интернет-магазина. Вам присваивается индивидуальный номер, и по которому в дальнейшем вы можете отслеживать все операции, касаемые вашего интернет-магазина. То есть вы являетесь собственником и работаете на себя, и в дальнейшем ваше дело переходит вашим детям по наследству. Заставлять вас что-либо делать никто не будет. Вы взрослый человек, должны понимать, что кроме вас, о вашей семье и о вас никто больше не позаботится. Если вы действительно хотите зарабатывать достойные деньги, тогда, конечно, нужно работать. И на первом этапе работать нужно будет много, так как и работать, и учиться. Обучение, как вы уже видели, это первое требование для успеха в нашем бизнесе. А второе – это ежедневное размещение рекламы. Используя различные ресурсы интернета. Такие ресурсы и как именно это будете делать, вы это все узнаете из бесплатного нашего обучения. Массовое размещение рекламы обеспечит вам поток людей, которые будут также интересоваться личным доходом. Они будут у вас запрашивать информацию о работе, о интернете, о магазине и о том, что вы предлагаете. И вот ваша задача будет дать им эту информацию. Ну, например, пригласив также посмотреть также на вебинар, как вас сегодня, либо же дав ссылку на данное видео, если вы смотрите их записи. Я думаю, что это будет несложная задача. Так что давайте теперь разберемся, откуда доход. Итак, вы открыли свой интернет-магазин. И логично, что вы отмените все покупки для себя и своей сети в своем магазине. Да, глупо ходить, допустим, если у вас магазин обуви, как-то глупо ходить к соседу, соседский конкретный магазин, и покупать там втридорога, когда вы можете у себя купить без потребительской наценки. Большинство людей, которым вы дадите эту запись, также захотят экономить свой бюджет и при этом зарабатывать. Эти люди будут уже частью вашей организации. У них также будут собственные филиалы интернет-магазинов. И так как вы организатор этой покупки, процент товарооборота всех этих филиалов. Я либо человек, который вас пригласил в этот бизнес, материально заинтересован в раскрутке интернет-магазина. Так как ваш магазин является частью моего магазина или магазина того человека, который вас пригласил, товарооборота которого мы также можем получать процент, поэтому мы будем помогать вам развивать ваш интернет-магазин. И пока вы обучаетесь и разбираетесь в самой системе, мы уже будем раскручивать ваш магазин, и он уже будет расти. И товарооборот нам тоже будет расти. Но если вы не будете работать, то доход это вам, увы, не принесет. А таким образом, работая командой в интернете, это все развивается очень быстро и легко. Ваш интернет-магазин просто набирает обороты, как снежный ком. Вряд ли ваш начальник на работе захочет, чтобы вы зарабатывали больше, чем он сейчас. А у нас в нашей команде все обстоит как раз-таки по-другому. Мы друг другу помогаем. Давайте теперь разберемся на цифрах. Как это происходит? По статистике, из 10 прослушавших эту информацию людей, от 2 до 5 человек принимают положительное решение и присоединяются к нам. Так уже через 6-8 месяцев мы с вами наполняем ваш интернет-магазин партнерами-потребителями. И за этот период их там набирается около 300-400-500 человек. Это уже будет ваша структура. Каждый делает покупки в своем интернет-магазине. Делают покупки на разные суммы, в зависимости от потребностей их семей. Кто-то покупает на 20 рублей, кто-то на 50 рублей, кто-то на 200. Это личное дело каждого. И давайте посчитаем. Мы провели статистику и выяснили, что 30 рублей – это средняя покупка по структуре, потому что это примерно столько средств личной гигиены и косметических средств потребляется для одна среднестатистическая семья из 4 человек за 3 недели. 400 человек вашей организации умножаем на 30 рублей. Это будет товарооборот вашего интернет-магазина. Это будет равняться 12 тысячам рублей. Вы получаете от этого 20% от организации этой покупки. То есть доход составляет 2400 рублей.
Это по новым ценам, если кто еще не понял. Я думаю, что это достаточно неплохой доход за почти год работы. В следующие года вы сможете эту сумму увеличивать настолько, насколько вы захотите. Без потолка в нашем бизнесе нету. Итак, подведем итог. Будет свой официальный бизнес под ключ, потому что мы работаем только в правовом поле. В компании-производителем заключается официальный договор. Выплаты производятся на ваш расчетный счет в любом банке, в котором вам будет удобно. Никаких веб-кошельков или Яндекс-кошельков или вообще каких-то странных кошельков у нас подобного нету. Все идет именно на расчетный счет. Идет трудовой стаж, оплачивается налог подоходный до 6%. Делается отчисление в пенсионный фонд. Сразу в 7 минуты заключать договор вас никто не заставляет. У вас есть время, чтобы разучиться и раскрутиться в интернет-магазин. Договор заключается именно уже осознанно на выплату заработанных вами денег. Каждые 3 недели на ваш расчет падает процент от товарооборота вашего интернет-магазина. Таким образом, мы получаем доход не 12 раз в год, как на наемной работе, а 17. Наверняка вам интересно, что же это за компания, с которой мы сотрудничаем. Но для развития интернет-магазина своего мы выбрали известную компанию, успешно развивающуюся уже более 50 лет на мировом рынке. Из них 20 лет в России и 12 лет в Беларуси. И это говорит о том, что это проверенная, отличная, зарекомендованная себя компания. Ни однодневка, ни пирамида, ни лохотрон. Это крупная косметическая компания. Как вы уже, наверное, догадались, это компания Oriflame. Oriflame мы выбрали именно потому, что это единственная компания на сегодняшний день, дающая уникальную возможность действительно сидя дома у себя развивать и управлять международным бизнесом, причем в любой момент вы можете проконтролировать деятельность вашей структуры, движение финансов, регистрировать партнеров, потребление, находящееся абсолютно с любой точки страны, просто зайдя в свой личный онлайн-кабинет у себя дома. Доставка продуктов осуществляется даже в самые удаленные уголки нашей страны, даже в небольшие поселки. Далеко не каждая компания может этим похвастаться. То есть мы выбрали Oriflame, потому что нам так было удобно. Работая по нашей готовой и простой системе раскрутки своего интернет-магазина, уже сотни девушек, женщин и мужчин получают достойные доходы. Принимайте решение, хотите ли вы выполнить все свои самые даже смелые желания и мечты, работая вместе с нами в нашем проекте. Сейчас свяжитесь с человеком, который дал вам эту ссылку на этот ролик, или же кто вас пригласил на вебинар. Или найдите описание под роликом ссылки, которые вам необходимы, если вы нашли ролик. Принимайте правильные решения, и мы ждем вас в нашей команде.